А, именно к дубу хотели, да? Прекрати! Вот мы гуляли даже вот здесь, вот еще собак тоже походили на машину. Прекрати! А где здесь? Что ты поставил? Вот если только вот здесь парк. А еще ничего не было здесь. Вот дорогу на спот сделали, была такая вот. Знаете, вот. То есть люди из других городов специально приезжали, чтобы посмотреть на дуб, да? Ну, то есть, ну, как бы, достопримечательность, да? Ну, конечно, такой вот вообще обалденный. А вот это здание, ну, это точно вот историческое. Потому что оно было построено очень-очень-очень давно. Насколько я знаю, вокзал, почему это здесь раньше было еще в старину, видите, такое... Емщики? Емщики. Ну, жили. Она же называлась, да, вот это вокзал, она называлась Емскара. Емщики тут все жили. Вот здесь жили, раньше, да, был еще речной вокзал. Речной в старые времена. А где забор остался? Вот там, где Росгвардия. Где Росгвардия? Да. Большой участок-то? Нет. 10 метров. 10 метров и все, да? То есть за сегодня-завтра закончится? Да, вот, ну, вот ворот повесить, вот такие мелочи остаются. Ага. Ну, то есть за сегодня-завтра забором будет обнесен, да, весь парвоксал, да? Понятно. А вырубают здесь каждый день, говорите? Ну, не каждый день, но вырубают. Ну, то есть работают люди, да, здесь? Понятно. Ладно, хорошо, спасибо.